Всем приветули! Так давно все было, в голове туманы, книжки старых адресов, жара невыносимая. Начиналось мило, ты писал романы и романсы про любовь. От Москвы до Риги и обратно в танцы. Жизнь кружилась ураган. Сама доехала, все хорошо. Привет Ростову. Ты любил интриги, обожал романсы, а не наш тобой роман. Вы знаете, вот все говорят, что мне идут все головные уборы, готова поспорить, что нет. Вот все носят панамки, я тоже так хотела, но она мне не идет. В Должанку обязательно поедем, но я же приехала как бы не на отдых, я приехала к врачу. Вот. Сейчас начну делать ударно-волновую терапию, массажи. И этот... Почему я давно, в смысле как решилась? Я давно собиралась, просто я не афишировала. Дети выспались, я нет, конечно. Привет, Танюш. Не, дороги, слава богу, помню. Харитонову сейчас на дороге встретила. Короче, дел очень много на самом деле. Татьяна Михайловна идет. Моя Татьяна Михайловна идет, девочки. Ты мою сумку взяла? Нет, я же ничего не брала, я же оставила в коридоре. А где Лена, блин? Она что, еще не подошла? Нет, дай чай, пожалуйста. А чего пугаться? Можно вопрос? Девчуля, все будет зависеть от того, как, сколько он мне... Врач назначит сеансов массажа. У меня грыжа. Клянусь с этой стороны. С этой стороны. С этой, да. А зачем ты две су... А, одна ж моя. Ну, опускайте, я потом не касаюсь. А вот и Татьяна Михайловна, за которую все переживали. Всем привет! Не закрыла, мам, хлопай, не бойся. Телефон? Нет, вот. Обратно мамуля тоже не поедет, мамуля отдыхает. Оставьте мамулю в покое. Мама на морях. И мы теперь тронули. У нас с Люком же все нормально с этим уже? Ну, не знаю, но желательно она не наезжать. Не наезжать, да? В общем, ребятки, мы тронем. Фото в купальнике не будет, пока я не загорю, потому что вид у меня просто... Мы можем в купальнике, да, негры. Они загорелые, а я просто в таком ужасном состоянии. Все, обязательно вечером будет тоже эфир. Вот, целоваю вас. Мамуль, тебе все привет. Всем привет, всем-всем.